Секундное замешательство, столкновение, длительное ожидание инспекторов ДПС. В итоге многокилометровая пробка. В день на самарских дорогах происходит от 80 до 150 подобных аварий. Чтобы не тратить свое время, не испытывать нервы других участников движения и не платить штраф в 1000 рублей за создание помехи на дороге, ДТП, в которых нет пострадавших, а лишь причинен незначительный ущерб автомобилям, дорожные инспекторы советуют оформлять самостоятельно. Достаточно просто заполнить так называемый европротокол, который прилагается к полису ОСАГО. Участники дорожного движения должны четко понимать, кто все-таки виноват в данном происшествии. То есть, если есть обоюдное согласие, что да, виноват, допустим, там один из участников дорожного движения, значит, они оформляют в порядке европротокол схему коротенькую на листочке, делают несколько фотографий, убирают свой транспорт и обращаются в страховую компанию, если ущерб не превышает 50 тысяч рублей. Если у страховщиков возникнут вопросы или в итоге выяснится, что ущерб больше 50 тысяч, можно обратиться в ГАИ, где вам помогут оформить все необходимые бумаги. Главное сделать это своевременно. Еще одно новшество 2016 года – скрытые патрули на городских улицах. Инспектора дорожно-патрульной службы на транспорте, не имеющем специальной светографической окраски, осуществляют патрулирование по городу, выявляют административные правонарушения, фиксируют. Такие же негласные проверки проводятся в общественном транспорте, где у нас сотрудник технического надзора одевается в гражданскую одежду, то есть садится на конечной станции в автобус, следует по маршруту, фиксирует также нарушения, которые допускает водитель автобуса. Пока эта практика только набирает обороты. Инспекторы ДПС обещают, со временем контроль будет еще жестче. Но для нарушителей есть и хорошие новости. С этого года тем, кто успеет оплатить административный штраф в течение 20 дней, предоставляется 50% скидка. Правда, это правило не касается тех, кто уже не в первый раз совершает серьезные правонарушения. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.